С победой в Отечественной войне поздравил азербайджанцев посол Казахстана. Торжество справедливости сформировало новую реальность в регионе, отметил сержант Абдыкаримов. По его словам, планы по возрождению Карабаха, открытию транспортных связей в регионе приведут к процветанию Азербайджана и его усилению как регионального центра. Стабилизация ситуации вокруг Карабаха также создает условия для более обширной трансрегиональной интеграции Южного Кавказа и Турции с Казахстаном и странами Центральной Азии. Создание прямого транспортного коридора между Азербайджаном и Турцией открывает новые возможности для раскрытия растущего потенциала Каспийской портовой инфраструктуры наших стран. В этой связи возрастает роль Казахстана, ключевого звена, связующего Китай и Южную Азию с Азербайджаном и Каспийским регионом. В условиях же формирования нового Нахчеванского коридора отмечается важность деятельности Транскаспийского международного транспортного маршрута и трассика. К слову, казахстанские компании уже приглашены к восстановлению освобожденных азербайджанских земель. Казахстан в процессе реализации своей программы «Digital Казахстан» сумел наработать определенный опыт по формированию концепции Smart City. И при этом появились очень интересные кейсы, которые мы могли бы реализовать здесь, в Азербайджане. И нам очень помогает то, что президент Азербайджана Ильхам Алиев прямо поставил задачу, что на освобожденных территориях будет реализовываться программа «Умный город, умное село». Мы сейчас завершаем проект по установке двух метеорологических радиолокаторов «Шамах» и «Гёгёль». Да, конечно, их можно использовать на освобожденных территориях, потому что сейчас изменение климата происходит везде. Тем более мы знаем, что на Карабахе прекрасная природа, и прогнозы погоды, экологии важны на любых территориях. Предложений по возрождению Карабаха у казахстанских компаний масса. Азербайджан для Казахстана не только важный торгово-экономический партнер, но и братская страна. Пандемия деловую активность, конечно, снизила. Взаимный товарооборот в прошлом году составил 142 миллиона долларов, а это на 38% меньше, чем в 2019. Тем не менее, двустороннее сотрудничество носит многоплановый системный характер. Сегодня Азербайджан является мировым хабом крупных энергетических и транспортно-логистических проектов, важным участником международной энергетической безопасности. Мы в Казахстане искренне радуемся, что братский Азербайджан уверенно и прочно идет по пути устойчивого развития, модернизации и прогресса. Тем для обсуждения на деловой встрече в казахстанском посольстве было много. Касались они самых разных сфер, но сводились к одному – возрождение совместными усилиями Карабаха. Впереди заседания межправкомиссии, бизнес-мероприятия и деловые встречи. В планах также создание совместного делового совета, а также выставка в Баку продукции из Казахстана. Сегодня в Азербайджане действует 145 компаний с казахстанским капиталом. Вместе стороны настроены на увеличение товарооборота, и пандемия этому больше мешать не должна. Михрибанка Сумварау, Гусейнов, CBC.